я чувствую, что я есть. Ни больше и ни меньше. Ни радости, ни боли, ни бега времени. И все же ты со мной, а я с тобой. Вместе мы это выдержим. Здесь. Я ее вижу. Мелькает на твоем мониторе. Лайла, привет. Бекка возится с сервером. Ищет для тебя решение. Ну и как? Пока ничего. Но она показала мне, как расшифровывать данные. Ты подбираешь пакет, я нажимаю кнопку. Данные у меня. Отправляю. Четвертое. Тебе нужно услышать эти записи. Два голоса. Определенно Ису. Одна из них похожа Алитея. Та, что в жезле? Да. Но вряд ли это происходит сейчас. Слишком откровенно. Случайные фрагменты. Продолжаю. Ищет способ вернуть своего сына в жизни. Спрашивает каждый лист и камень. Можно этим воспользоваться. Украсть седьмой способ, сыворотку и катализатор. Так и сделаем. Пусть заплатит за все наши муки. Мы мыслим одинаково, как созвучные струны. Мы отправимся, когда придет время. Это золотая жила, ты же понимаешь? Да, похоже. Я еще не видел такой четкой видеозаписи воспоминаний эпохи Ису. Вопрос лишь в том, кто их тебе передает. Данные у меня. Вот они. Ну вот опять. Привет, это Шон. Ребекка пытается найти какой-нибудь след. Надеется выяснить источник этих данных. Это не ДНК Эйвор, да? Вряд ли. И это не случайность. Кто-то хотел, чтобы ты это увидела. Не двигайся. Ты ранена. Дай посмотрю. Нет. Не надо. Дай мне умереть. Здесь. В тишине. Нет. Тебе еще не время. Есть другой путь. Частица Эдема. Жезл.
настроенный на этот способ. Попробуем. А вдруг я стану как муж той изгнанницы? Бьющееся сердце без разума. Но делай, что должен. Выбора нет. Бека, как успехи? Пока никак. Тот, кто влез на наш сервер, проделал все с хирургической точностью. Загрузил данные и вышел, прежде чем кто-то успел заметить. Странно, так же Ребекка описывает нашу брачную ночь. Грубиянка, правда? Гастингс, отвали. Ага, есть. Отправляю. Высший совет лишил мать ее титула за то, что она отдала седьмой способ нашему врагу. Седьмой способ? Он существует? Почему от нас скрыли? До меня дошли слухи. Похоже, вместилищем должен стать человек. Человек? Значит, перерождение? Одним из них? Да. Мы обретем больше, чем потеряем. На это стоит решиться. Я инженер. Элементарная загадка. Но нагрузки на тело и мозг. Это нелегко. О, да. Никогда еще не плавала через уравнения по гидродинамике, чтобы решить их. Данные у меня. Вот они. Шон, эти фрагменты воспоминаний, что-нибудь из них складывается? Ничего внятного, это просто обрывки. И непонятно, как их собрать вместе. Черт. Думаю, все сложнее, чем кажется. Продолжай. Данные у меня. Вот они.